Администрация Самары взяла шефство над Сакским районом, которому теперь будет помогать в период перехода к российскому законодательству. Сотрудничество с Севастополем предполагает обмен делегациями и практическую правовую помощь местным депутатам. Привезли очень много литературы по законодательству Российской Федерации, которая сегодня очень нужна севастопольским депутатам для принятие самых срочных и самых важных для Севастополя законодательных актов с тем, чтобы, во-первых, обеспечить и провести выборы в законодательное собрание 14 сентября 2014 года, быстрее адаптировать жизнь Севастополя к законодательству Российской Федерации. Севастопольские депутаты намерены перенять опыт своих коллег по формированию инвестиционного климата. Самарская область занимает 7-е место в стране по привлечению иностранных инвестиций и одно из лидирующих в развитии промышленности, особенно автомобилестроения и авиационно-космической отрасли. Из основных проблем области – демографическая обстановка. Там смертность значительно опережает рождаемость. Тем не менее, Самара имеет большой опыт в преодолении безработицы и наполнении бюджета. Российское законодательство в этих вопросах имеет свои особенности. Чем больше мы здесь совместно поработаем, тем, безусловно, депутатам, нашим коллегам города Севастополя будет легче и проще реализовать задачи формирования бюджета уже вот на предстоящий период. Жители Самары поддержали воссоединение Крыма с Россией одним из самых многочисленных митингов. 18 марта он собрал до 35 тысяч человек. Делегация Самары также одна из первых после референдума посетила Севастополь. Василий Косенко, Анатолий Паньков, Севинформбюро.